Новости бизнеса. Компания «Абзал ИК» разрабатывает новые сорта риса. Об этом на брифинге сообщил директор ТО «Махжан ИК» Махжан Ералиев. Уходящий год стал для компании знаковым. Полное товарищество «Абзал ИК» удостоено высокой награды премии президента Республики Казахстан «Алтын Сапа» в номинации «Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные и сельскохозяйственные товары». Компания, за плечами которой более двух десятков лет работы, в тройке лидеров страны по производству риса. У предприятия 5500 гектаров посевных площадей, 3 высокотехнологических завода по переработке риса. Налажен экспорт в страны СНГ и Центральной Азии. Собираем в год около 25 тысяч тонн рис-сырца, и около 60% всего объема мы отправляем в экспорт. Такие страны, как Таджикистан, Туркменистан, Киргизия, Азербайджан, Афганистан, Монголия, Украина, Россия. Компания, кроме риса, производит хлопья, корма, шелуху. Совместно с учеными Казни и риса разрабатывает новые сорта с высоким содержанием полезных качеств. Пропаренный рис, коричневый рис, в котором содержится больше питательных полезных веществ, самой продукции. И в-третьих, вот в нашем рисовом институте, знаете, в городе есть, да, они разрабатывают сорт Казветта, это сорт для детского питания. Амилоза в составе Казветты, так как она является детским питанием, очень низка, то есть меньше 5%. И для чего она делается? Для того, чтобы производить детскую кашу. Также компания планирует выпуск собственной бутилированной воды, йодированной пищевой соли, внедрение цветного сортировщика риса, модернизацию упаковки. Айгуль Аханова, Бекпулат Абденов, Турихан Кожахметов, телеканал «Кызылорда».